Добро пожаловать на канал Мосолимп. Сегодня у нас обзор на проделанную нами работу, обработку на автомобиле Hyundai Solaris арок жидкой резиной. Битумная мастика завода-производителя Chrome Cluster. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы добиться антикора и снижения шума от арок. Слой мы нанесли приблизительно 2,5-3 мм. Дополнительно мы усиливаем шумоизоляцию. В данном случае проклеиваем штатные подкрылки, штатные локеры. Вот таким материалом двухкомпонентным. Он у нас идет в подарок. Материал достаточно быстро сохнет. Затвердевает хорошо, впоследствии не стекает с арки. Всем спасибо за просмотр данного ролика. Оставляйте комментарии. Всем пока.